Меня зовут Федя. Федор Золотов Андреевич, 96 года рождения. В 2012 году я поступил в колледж архитектуры, строительства и предпринимательства. До этого я закончил школу. 8-9 класс я учился в школе номер 210 Корифей. Вот. И однажды наступил такой момент, когда мне пришла повестка. Это было вроде как явка на 18 марта. И тогда я уже полностью был уверен в том, что меня заберут в армию. 29 июня 2016 года, после 12 часов, я побрился на лысо. 29 июня 2016 года, в 6:45, я сяду в автобус от своего военкомата и еду в Егоршину. Уже через неделю я буду служить в Севастополе. Бьюти блок. И такие ушли.